А, ребята, ну красота же, красота. Всем здорово, Саныч на связи. Самый первый вопрос, ребята, какой тип женских ножек вам нравится, ребята? Ребята, выберите и напишите. Считаем слева направо, первая, вторая, ребята. А мне все нравятся. Ребята, к чему показал вам этот ролик? Я вам очень много видео показываю трэшовых из ТикТока, что ну там что только не показывают чаечки, да, ну бред и ахинею. Пожалуйста. Красивые женщины, вполне себе привлекательной внешности и умеют так виртуозно играть на музыкальных инструментах, ребята. Там неважно, там баян, гитара, пианино, там орган, вообще похуй. Ребята, вот, чисто уважение мое им. Я надеюсь, вы тоже выразите им свое уважение, ребят. Я сейчас не говорю, там какие-нибудь там в жизни, там в отношениях, это все фигня. Просто то, что они показывают в ТикТоке, ребята, вот действительно то, что они учились. Они что-то делали, они чего-то добивались. Как бы, ребята, попробуйте сыграть на баяне. Я думаю, как бы вы понимаете, что этому нужно не один год учиться, чтобы так вот нормально играть. Поэтому, ребята, уважение чаечкам.